и решила показать, как завершить ряд, чтобы не возникало уже вопросов. Наверное, самое сложное – это завершение ряда. Так, 8 воздушных петель тела нашей стрекозы. Где соединить? Вот эти мы 3 оставляем, не трогаем. Вот эти 2 провязываем. Накид. Не довязываем столбик. Оставляем петлю на крючке. Не делаем завершающую петлю. Накид. Второй столбик. И все вместе провязываем. И вяжем второй столбик для угла, для оформления угла. Сделали. Соединяем ряд. Все, ряд готов.